Сегодня в рамках рубрики «Хочу сказать» наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у саровчан, какие подарки они приготовили своим любимым в честь 8 марта и какие сюрпризы дорогие дамы хотели бы получить. Ну, это самые первые лучшие цветы, конечно. Ну, а там уже по желанию, может, жена что попросит или что-то как-то. Как все женщины, вам цветы. А что еще можно подарить на 8 марта? Это дело каждого, что зажелают женщины, ну, особенно цветы. Ой, никакого не жду. Почему? Мне некому дарить, у меня нет мужчин. Я считаю так, сейчас все дарят, ну, цветы какие-то, может быть, дорогие, телефоны, например. А как раньше дарили, например, домашнюю утварь, что-то, например, для хозяйства, для дома, для кухни, какие-то приспособления для готовки, чтобы женщины всегда радовали вкусностями своих мужчин. Ой, вы знаете, мне муж обычно дарит цветы. Стандартный набор. Ну, у меня есть уже там одной приятельнице маленький подарочек, но это большой-большой секрет. Я конфет уже приготовил. У меня две снохи, каждый коробка конфет. А жене купил банку кофе большую. Ой, поздравить и хватит. Я ничего не жду уже. Никакой не жду. Я самодостаточна, у меня все есть, мне ничего не надо. А что вообще можно подарить на 8 марта? На 8 марта любовь и внимание. Ой, съедобные конфетки, сладости всякие, уже вещей. Ну, самое классическое – начать с цветов. А там уже по интересам. Сейчас вот пойдем покупать. Приготовить. Откройте завесу тайны, что? А? Что готовите? Цветы больше всего. Она у меня как цветок. Косметику, парфюмерия. Я не знаю, сладкое, шоколад. То, что любит женщин. С 8 марта. Всех девушек, мам, бабушек. Что пожелаем? Счастья, здоровья. Счастья, здоровья, чтобы долго жили. Дети не огорчали никого. Всех женщин Сарова с праздником 8 марта. Дорогие бабушки, мамы, сестры и представительницы прекрасного пола, мы поздравляем вас с этим замечательным весенним праздником 8 марта. Желаем вам счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего.